Флот Центра природопользования и охраны окружающей среды пополнился двумя высокоскоростными катерами «Рибмастер 680». Новая техника пригодна для работы на реке и море. Она способна выдержать шторм до 3 баллов, а также снабжена современной техникой, которая не пропустит ни одной рыболовной сети. Катера сделаны по последнему слову техники. Аналогов в нашем регионе просто нет. В каждом «Рибмастере» поместятся до 4 человек. Плавсредства при полной загрузке могут развивать скорость до 40 морских узлов или 60 км в час. Они предназначены для работы как на реке, так и на море. Здесь воздушные баллоны, вот, судно самокилевое. Вот. Ну, во-первых, даже теплое, там внутри стоит обогрев, то есть можно работать при любых условиях, при даже низких температурах. Вот. Это вот на сам стоят, значит, гидроэхолот, рация, речная, морская, можно будет связываться друг с другом, катерам. То есть удобно и для сотрудников, удобно в работе. В катере предусмотрен автономный обогрев. Даже при выключенном моторе тепло будет поддерживаться до 8 часов. Это позволит членам экипажа во время длительных рейдов ночевать прямо в кабине. В центральном бортовом компьютере помимо навигатора установлена информационная система. Она способна увидеть в воде рыболовные сети в условиях плохой видимости. Находится катер «Поттер», который показывает глубину, ну и карта, соответственно, значит, скорость показывает. Ну, в общем, где мели, где бакины. Ну, в общем, такой хороший прибор, особенно если работать в сумерках, что очень полезно. Все же браконьеры у нас в основном работают по ночам, чтобы их никто не видел. Катера «Рибмастер 680» будут активно использовать в нашем регионе. Сразу после обкатки один отправится для патрулирования вод Печоры на границе с Республикой Коми, второй – в район поселка Юшина в Печорской губе. Алена Валей, Валентина Чибичек, Леонид Шишилов, телеканал «Север».